что человек может управлять только тем, что он осознал. Все остальное управляет им. Я хочу еще рассказать, что стресс и есть транс по существу, только неуправляемый, с фиксацией внимания на негативном возможном исходе ситуации. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у меня в гостях для многих из вас известный человек Хасай Алиев, автор метода «Ключ», врач, собственно говоря, психолог, да? И врач, и психолог, и много... Или психотерапевт, как вот здесь правильнее лучше сказать? Ну, я много лет и психотерапевтом был, и психологом был, и работал в институте, психологическом институте РАО, ведущим научным сотрудником, и профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института образования. Вот, так что у меня и педагогическая деятельность, и писательская, и художник я. Ну, конечно, в первую очередь я врач по диплому и по постоянной своей принадлежности. Я работал генеральным директором Центра защиты от стресса московского, который я создал в совместном соучредительстве с Минздравом, Минобразованием, МЧС России и Комитетом общественных связей правительства Москвы. Так что у меня многосторонняя такая вот деятельность. И благодаря этому я и создавал, и развиваю вместе со своей школой, которую веду в интернете, «Человек будущего». Именно метод «Ключ», который междисциплинарный. Он лежит в разных самых сферах и областей жизни. И для врачей, и для психологов я их тоже готовлю. И для пациентов, и для клиентов, и для больных, и для лиц опасных профессий, и для лиц творческих профессий, и для изобретателей, для самых разных людей. Вы знаете, вот на самом деле вы сказали «человек будущего». А каким он вам видится, человек будущего? Который будет, безусловно, здоровее, счастливее и будет лучше управлять своим состоянием, чем мы. Иначе наша жизнь и наши усилия не имеют никакого смысла. Ну, то есть речь идет все-таки о том, чтобы мы становились более осознанными и разумными, и умели контролировать свои действия и свое состояние. Безусловно, потому что человек может управлять только тем, что он осознал. Все остальное управляет им. Ну, то есть вот сейчас весьма, в общем-то, так актуальная тема – это манипуляция сознанием. Мы сегодня живем в век информационных войн, я бы так сказала, и количество информации, которая сваливается ежедневно, ежечасно на человека, просто колоссально. И люди не успевают перерабатывать это все, и получается, что они в большей или меньшей степени так или иначе попадают под эту манипуляцию. Ну, конечно, они постоянно находятся под манипуляцией, особенно когда они смотрят только один канал. Потому что им не с чем сопоставлять. А разум, в частности, анализ, основан именно на сопоставлении, на сравнении. Все познается в сравнении, как сказано в народной пословице. А я еще бы добавил свой афоризм «истина в контексте». Конечно, надо научить человека слушать только не одно мнение, это во-первых. Во-вторых, надо научить человека, чтобы он мог обнуляться, то есть сбрасывать вот этот ворох впечатлений, уметь переключать доминанты. Потому что доминанты – это вектор мозгового отношения всех внутренних нейронных связей. И он часто принимает за нас все наши решения. Ну, как бывает, влюбился человек, и все понятно. Как бы он ни пытался думать иначе, то это доминант за него все решения принимает. Или горе у человека, тоже доминанта. По существу и влюбленность, и горе, и трагедия какая-то, это по существу транс. И вообще стресс – это неуправляемый транс.
и страх это транс. А нормальное состояние человека, когда у него доминанты как бы конкурируют между собой, и он может думать то об этом, то об этом. И вот эта конкуренция доминант позволяет не только размышлять и принимать трезвые решения, но эта конкуренция снижает силу влияния каждой из этой доминанты на течение процесса в организме. То есть, по существу, организм работает тогда устойчиво, надежно, по гомеостазу, как говорится, который выработан эволюцией миллионы лет. А как только транс, то получается, что сила его влияния очень большая на организм. Например, ты стоишь, думаешь о собаке. Но можешь в это время думать и о соборе или еще о чем-то. А вот потом стал эмоционально к этому относиться. Эта доминанта стала одной, все другие вытеснили. И у тебя уже сердце заколотилось. А если она еще больше увеличивается, это уже больший транс. То есть транс – это одна доминанта. И ты вдруг и задрожал, и занервничал, и даже побежал. Вот как влияет одна доминанта. Ну, то есть транс, обычно, чаще всего это там в трансе, это когда ты вроде как отключился и ни на что не реагируешь, а ты в трансе. На самом деле это не так, да? То есть состояние транса, оно может быть и в возбуждении, просто когда вы подчинены какой-то одной мысли. Да, одному впечатлению, да. То есть, правильно я понимаю, вот если мы говорим о том, чтобы человек избежал манипуляции, он просто обязан сопоставлять разные точки зрения, то есть не только то, что ему хочется слушать, и то, что соотносится с тем, что, ну, что с ним резонирует, да, но и противоположную точку зрения, против которой он выступает, он обязан выслушать, да, еще, может быть, какую-то третью, четвертую, пятую взгляд с разных сторон на одно, что, на что-то одно, да, и только после этого уже мы говорим о том, что вот здесь идет работа сознания, и сложнее такого человека, таким человеком манипулировать. Ну, конечно, но это же как бы и третейский суд. По существу суд, о чем мы устроим, там символ взвешивания. Надо же сопоставлять, взвешивать, прежде чем принять решение. Это на уровне психологии, на уровне сознания, на уровне психофизиологии. Чем я больше занимаюсь, я, кроме того, что врач-психолог, философ, я еще и психофизиолог. То есть я занимаюсь, как устроен мозг, как работа его происходит. И вот то, что я сейчас говорю о конкурирующем моменте доминант, это как основа разума, здравого смысла. Это в моей новой модели работы мозга, я оттуда сейчас рассказываю. Когда одна доминанта, каждый следующий момент, неважно какая, негативная, позитивная по содержанию, но одна, это уже не обычное состояние, а измененное состояние сознания. Это уже транс. Угу. Я хочу еще рассказать, что стресс и есть транс по существу, только неуправляемый, с фиксацией внимания на негативном возможном исходе ситуации. Когда человек теряет голову, как говорится, уверенность в себе, контроль над обстоятельствами, над собой. Вот это стресс. Потому что иногда люди путают. Они думают, стресс – это просто напряжение. И говорят, а я люблю стресс. Но он альпинист, допустим. Но это не стресс. Стресс, когда крышу срывает, как говорится. Когда он не может руководить собой и обстоятельствами. Вот это стресс. То есть стресс – это не напряжение, а перенапряжение. А вот как человеку себя, скажем так, контролировать, чтобы или выводить, если он уже попал в это состояние стресса, выводить себя из этого состояния, или в принципе не допустить, чтобы кто-то, ведь как правило кто-то человека вводит в этот стресс, особенно если мы говорим об информационном воздействии, да, то есть это могут быть и СМИ, это может быть и YouTube или еще что-то, то есть, ну, неважно что. Какой источник? У нас в методе ключ есть несколько разделов, и один из разделов называется антистрессовая подготовка. Это превентивная выработка навыков к предстоящим, предполагаемым стрессовым ситуациям. Превентивная. Угу. Чтобы он не попадал в этих обстоятельствах, в стрессовый процесс.
А есть выведение из стресса. Но это есть для самостоятельного использования. Надо его научить человека, чтобы он мог выводить себя из стресса. Для этого у нас есть приемы. Они очень простые и самые эффективные сегодня в мире. Почему? Потому что они основаны на естественных, природных, инстинктивных реакциях человека, которые он и сам всегда делает. Просто он не отдает себе в этом отчета. Поэтому они очень простые. А способ, чтобы подобрать человеку вот его собственные упражнения на основе его инстинктов, это у нас есть принцип подбора путем перебора. Мы ему разные варианты упражнений показываем, и он говорит, а вот это мне больше подходит. То есть вот сам процесс перебора, как выбираешь туфли в магазине, чтобы они тебе не жали. То есть по существу твое действие при подборе себе своей синхрогимнастики, так называемой, твое действие – это то, которое максимально комфортно. Очень комфортно. Вот такого понимания у большинства людей нет, потому что их обычно учили не подбирать себе действия, упражнения там, или вид деятельности, а подчиняться шаблону. Ну, например, физкультуру мы возьмем, к примеру. Говорят, что подход должен быть индивидуальный. А на самом деле, на практике говорят, делай как я. Ну, а ему это, может, не подходит. Ему, может быть, вот так подходит. Вот это то, что подходит человеку, называется действие, синхронное его индивидуальности или его текущему состоянию. Так вот, оказалось, что если человек подберет действие, синхронное текущему состоянию, вот в данный момент, оно такое простое, потому что он это и так делал, просто он не обращал на это внимания. Он это делал инстинктивно. Но если он подберет, это значит, что он уже делает сознательное упражнение, осознанное. Оно сразу дает взрывной положительный эффект. Немедленно. И чем более синхронное упражнение текущему состоянию человека, тем быстрее наступает благоденствие. То есть он был сильно в стрессе, он сделал это действие, потом сел и думает, боже мой, гора с плеч, что же я раньше так не делал? А потом вспоминает, слушайте, а я вот помню, я когда маленький был, я так и делал. Или я был где-то в горах, там в походе, вот у меня была стрессовая ситуация, а я что-то так сделал, что же я не запомнил этого. Вот, вот на чем построена, например, синхрогимнастика, а подбор этих упражнений по принципу перебор, в отличие от рефлекса повторения, подражательное, именно подбор, развивает, тренирует изобретательность мышления, то есть развивает личность. Сам процесс подбора. Нас этому никогда в школе не учили. Но нам говорили, делай вот так и тренируйся, пока не получится. У нас был пошаговый принцип, степ-бай-степ. Ну, вот буква, например, ты тренируешься писать до тех пор, пока не будешь навык, пока не выработаешь, на автомате писать. А здесь ты сразу подбираешь прием, который идет на автомате. Ну, это какое-то физическое упражнение или вот как это, или это... И ментальное упражнение, и физическое, пожалуйста. А, или ментальное, то есть не обязательно физическое, да? А ментальное упражнение, это вот как, ну, как например, как, что нужно делать, чтобы снимать... Ну, вот, например, девочка готовится к экзамену, у нее нервная дрожь. Или спортсмен готовится к рекорду, у него та же нервная дрожь, называется мандраж. Что это такое? Это инстинктивная защитная реакция организма в ответ на образ, который вот модель, он сейчас должен совершать действие, в ответ на эту опасность, на этот риск, у него организм выдает эти колебательные движения. Ведь это повторяемые движения, которые снимают напряжение. А она этого не знает, она пугается, меня прямо трясет, она говорит, я боюсь этого экзамена. А я, как специалист, ей говорю, вот, допустим, еще до того, как она пошла на экзамен,
Представь, что ты пошла на экзамен. Она говорит, меня уже начинает трясти. А я говорю, а ты потрясись. Она говорит, зачем? Она же понимает по старому шаблону, что есть нормальное состояние, а вот трясется, значит, это неправильно. Наша задача в школе «Человек будущего» показать, что у человека очень много инстинктивных защитных реакций, против которых он сам борется, потому как у него шаблонное мышление, что надо усилием воли погасить в себе то, что кажется неправильным. Ну вот, например, температура. Вот сейчас пандемия, у человека 37 только там поднимается температура, он уже начинает глотать лекарства. А на самом деле подъем температуры – это же защитная реакция. Конечно, да. Ну да, поэтому сейчас уже начинают понимать и говорят, до 38 не трогайте, не портите свой организм. Это защитный механизм, это внутренняя аптека начала работать. Это инстинктивное противодействие, ну там, вирусу или микробу, или там простуде, неважно. То же самое здесь. Очень много инстинктивных защитных реакций, которым нам в школе никогда не объясняли. Что мыть руки нам объясняли и чистить зубы. А то, что у нас много защитных реакций, на основе которых можно делать упражнения и этим оздоравливаться. А вы вместо этого берете и им противодействуете, собственной защите. То есть мы не знаем своего организма. И поэтому вот у меня вот синхрогимнастика уже вышла год или два даже, а до этого об этом уже писалось в учебнике по физкультуре у профессора Матвеева. Для 10-11 классов в школах. Но я думаю, что поскольку это давно уже вышло в учебниках для детей, то в скором времени будет реализация. Но там 5 классических приемов, как пример. Как пример. Но там уже указано, что надо подбирать свои упражнения по этому принципу. А вы в своей школе занимаетесь тем, что вот как раз учите человека вот, ну, как бы чувствовать себя. А можно, кстати, сказать, что человек изначально, когда рождается, да, и когда у него еще в голове нет каких-то шаблонов поведения, он больше знает и чувствует себя, чем вот во взрослом состоянии? Да, поэтому говорят, там в Святом Писании написано, будьте как дети и спасетесь. То есть, когда мы говорим вспомни себя до того, как тебе в голову что-то вложили, получается. Конечно, нас же разучивают. Инстинктивная самозащита разучивает. Да. То есть нужно учиться слушать свою интуицию, получается. Вот это вот чувство, когда ты просто чувствуешь свой организм, да? Конечно, все большие мастера в цигуне или в йоге, они так и говорят, научись слышать себя. Но тренеры по йоге или цигуну, они по старой шаблонной практике, которая проще, легче, по стандарту, по шаблону, ведут человека не по пути, о котором мы сейчас говорим, поиску своих собственных действий, упражнений, а по пути шаблонизированного степ-бай-степ. Сегодня научись так сидеть, завтра так спинку держать, послезавтра так ручки держать. И пока он дойдет до самадхи, он и забудет, зачем он йогой занимается. А когда можно просто сразу ему показать много вариантов различных движений и сказать, перебирая их по полминуте, по минуте, посмотри, какое действие с тобой совпадает по критерию максимальной комфортности, и он их перебирает, и он уже это самадхи может получить сейчас. И он будет из штопора выходить. Вот этот шторм, например, вот 10, это шкала стресса визуализированная, градусник напряжения, вот здесь 10, а здесь 0. Вот, допустим, он начал перебирать, у него стресс, у него сейчас 10. Да, он перебирает, нашел действие. Например, один у меня нашел дирижирование. А другой нашел лыжника, а третий нашел плавательное движение, а четвертый игру на барабане.
Вот он стал делать вот так, вот так, вот так. Говорит, прямо слушай, слушай, как мне даже не хочется оттуда выходить. А потом сел, там взгляд рассеянный сделал, это стадия посидеть. Ну, это же технология. Да, и говорит, слушай, так отпустило, так. А я говорю, когда последний раз такое было? Он говорит, я и не помню. Потом вспоминает, вспоминает, слушай, я же так себя чувствовал, когда на пляже лежал лет 10 назад. Облака плывут, я лежу на пляже, солнышко греет, и мне так хорошо. Я, говорит, сейчас помню. Так ты 10 лет не отдыхал. Да. Так он это сделал за несколько минут. Получается, что зарядку тоже так же. Вот я, допустим, люблю обруч крутить. Меня вообще можно хлебом не кормить, дай обруч покрутить. А вот пресс покачать, упражнения какие-нибудь такие сложные, с такой тяжелой нагрузкой, ну вот я очень не люблю. И не надо. Понятно. Вот я сейчас объясню. Дело вот в чем. У нас есть режим восстановления, когда надо делать те действия, которые полностью вам подходят. Ну, например, в данном случае халахуп крутить. А есть жизнь, где надо, наоборот, проявлять силу характера, волю, уметь преодолевать, добиваться, быть настойчивым. Это другая часть реальности. Мы сейчас говорим о той части, которая называется восстановительная, которая восстанавливает целостность, восстанавливает гармонию, восстанавливает здоровье и ясность ума, с помощью которого можно и учиться быстрее, учиться преодолевать, учиться наукам, учиться от математики до подъема штанги. Если вы научитесь восстанавливаться быстро, то вы все остальное можете делать лучше, потому что у вас будет полно энергии. А поскольку сам процесс подбора, я уже сказал, развивает креативность мозга и развивает личность, это личностный рост, и сами приемы такие, что потом, когда попадешь в эту ситуацию жизненную, и тебе нужно будет создать что-то новое, или, допустим, выступить перед аудиторией, а ты там раз и зажалась. Но поскольку ты прошла вот эту превентивную антистрессовую подготовку, ты там сразу интуитивно чувствуешь, что тебе достаточно, например, только плечом дернуть, и ты освободилась. Ты уже сделаешь хорошее выступление. Ну, короче говоря, там нарабатывается та интуиция, которую ты сказала в начале, которая поможет тебе в тех условиях и жестких временных ограничений, и условиях неопределенности быстро соображать, что тебе надо делать. И преодолевать, и добиваться, и быть настойчивой, ты будешь знать, как это быстро делается, потому что у тебя будет вот эта школа, которую ты прошла. То есть школа «Человек будущего» – это как раз-таки обучение людей работать с неопределенностью. Да, неопределенности в нашей жизни полно. А в вашей школе можно записаться интернет, через интернет ведь можно обучаться, то есть и где-то книги какие-то можно почитать, как вот у вас устроено все? У нас все устроено свободно, бесплатно, люди заходят, раз или два раза в месяц мы проводим ликбез регулярный, бесплатный. Кроме этого мы проводим, значит, за 1000 рублей с уникальным контентом, всегда с новыми приемами, мы проводим за 1000 рублей раз или два раза в месяц, еще и вебинары. Еще у меня есть скайп для бесплатного консультирования 5 минут, это после 8 вечера. Еще у меня есть скайп для коуча. Тут иногда приходят люди, мне вот не консультация ваша одна нужна. Он может быть спортсмен, готовится на чемпионат мира или на Олимпийские игры. И он говорит, мне нужно, чтобы вы со мной, пожалуйста, уделите мне время, поработайте, я заплачу сколько угодно, но мне нужна золотая медаль. Ну, в общем, вот такие люди, или там руководитель какой-то большой, который говорит, хочу в коллективе наладить нормальные отношения. И чтобы уметь дома, когда прихожу с работы или заканчиваю работу, могу все сбросить и хотя бы с семьей пообщаться.
Ну, я все ссылочки на ваши каналы, на ваши сайты я в своем видео оставлю в описании, чтобы люди переходили. Хотя я точно знаю, что среди моих подписчиков очень много ваших поклонников, и они многие мне писали, как раз просили, чтобы мы с вами побеседовали, что мы сейчас и делаем. Хасай, ну вот вы... как говорите о школе будущего, о формировании нового человека. Но ведь это, наверное, одна школа здесь не справится, и здесь, наверное, как-то объединять нужно общие усилия. И вот я как-то смотрела одну передачу, вы разбеседовали с одной из ваших подписчиц, говорили о мозговом штурме, говорили о том, что вот надо нам как-то вырабатывать критерии подбора кадров везде, да, во все структуры, раз нам сегодня система не нравится. А система – это люди прежде всего. Поскольку я сама занималась подбором и оценкой персонала, и тема критериев для меня, скажем так, не нова, а вот мне хотелось бы еще вот об этом вопросе с вами поговорить. Какое у вас видение, как вы себе это представляете, и как, может быть, я, в свою очередь, могла бы к этому подключиться, или кого-то еще нужно подключить, вот ваше видение. Я просто вот одно видео услышала, и меня этот вопрос заинтересовал. Это очень интересный вопрос, потому что есть задачи, которые человек в одиночку решить не может, и обязательно нужен там, условно говоря, коллективный разум. То есть, например, какая-то фирма, какая-то контора, какая-то организация, учреждение, там, корпорация хотят решить какой-то вопрос. Это очень интересная тема, потому что мало кто об этом задумывается, что мозговой штурм, основанный сейчас на методе ключ, на этой теории и технологии, дает прорывные вещи. Но у меня был такой плачевный опыт. Я с очень большой, мощной организацией, которую все знают в стране, не хочу называть. Я их, три занятия я их готовил к мозговому штурму. Они высокооплачиваемые сотрудники, да. Я их готовил бесплатно, потому что мне было интересно получить результат, чтобы они в этом убедились, потому что если бы они в этом убедились, сегодня вся страна бы знала, как это делать. Uh-huh. А нам нужны технологии в России, нам нужны новые, ну, очень много чего нужно. И вот я в несколько занятий с ними бесплатно работаю. И в конечном счете я их научил управлять своим состоянием уже впритык к дате, которую мы сейчас все назначим, мозгового штурма. Я им сказал, вы, пожалуйста, все посовещайтесь, подумайте и найдите ту тему, тот вопрос, который одинаково вас остро волнует всех и каждого, чтобы мы могли этот вопрос поставить и коллективным образом за 2 часа решить то, что вы 2-3 года решить не можете. 3 месяца прошло, они до сих пор не поняли, какую задачу они хотят решить. Потому что оказалось, что будучи высокооплачиваемыми специалистами там у себя, их вообще не волнует общую задачу. Они... Их волнуют частные свои задачи личные. Конечно. А вот если мы возьмем периоды истории, например, после Октябрьской революции, там, или еще когда строили там Днепр ГЭС, там Красноярскую ГЭС и так далее, ну, ради будущего, ради образа будущего, люди жертвовали собой, их волновала эта задача всех и каждого, и они вместе, у них включались ресурсы, потому что у них был образ будущего. Я сейчас не говорю о том, правильный образ или неправильный образ, я сейчас говорю о том, что без образа будущего, без задачи, которая волнует всех и каждого, мозговой штурм устроить невозможно. Но надо найти эту задачу, которая волнует всех. А я могу дать механизм подготовки к этому мозговому штурму. Это будет такой неконкурентный открытый диалог, когда они между собой, эти сотрудники, не конкурируют, я умнее там или там, да что ты говоришь. А они находятся в открытом неконкурентном диалоге, который вызывает такое явление, которое называется синергетический диалог. То есть я могу обучать людей синергетике внутри себя,
Потому как я обучаю изобретателей, чтобы изобретатели сокращали сроки для создания своих изобретений. У нас в школе даже на стене написано, есть технология озарения по заказу. Чтобы они могли с собой работать так, синергетически, сознание, подсознание, организм, чтобы была гармония, синергетика. Человек был разносторонний. Вот я всегда привожу пример себя, и у нас в школе человек будущего и открывает себе поэтические таланты, и художниками становится, и спортсменами становится. Очень много людей открыли у себя такие возможности, о которых раньше не предполагали. Так вот, вопрос заключается в том, что и в себе это можно делать, и в группе людей. Они объединяются коллективным разумом и берут такую высоту, до которой им вчера еще даже не предполагали. Но надо, вот я очень надеюсь, наша встреча поспособствует тому, что найдется такой коллектив, который действительно озабочен, что там все озабочены решением какой-то задачи. А мы с вами вместе можем их подготовить. И во время этого штурма они используют эти приемы и решают свой вопрос. И это очень быстро делается. Может быть. А может быть, мы просто сами соберем такой коллектив единомышленников на решение какой-то общей задачи. Вообще, сегодня как раз одна из таких, наверное, животрепещущих проблем – это неумение поставить цели. На любом уровне управления именно неумение выставить цели. Вот вы сами сказали, что вы работали в крутой компании, которая, в общем-то, не имела цели, до сих пор не понимает этого. Они как-то общую цель имеют, но она их не волнует, этих сотрудников. Ну да. Но вы знаете, вот когда вы сейчас говорили о том, как это все работает, вот у меня всплыло, тут недавно прочла Экзюпери «Цитадель», где для меня вот главная мысль, главный для меня образ будущего, который я для себя приняла, и теперь как бы считаю, что, может быть, он для многих должен стать таким образом будущим, это отношение к нашей стране и вообще в целом к нашей планете, как к нашему дому. И, соответственно, вот это устроительство нашего дома. И здесь как раз нужно вот перенастроить свои мозги, что и правые, и левые. Здорово. Да, это моя картина «Ангел Трубач», «Благовестие». Это как раз-таки манифест национальной идеи России, образ будущего как раз. Почему в России все время историю переписывают заново? Потому что она между двумя доминантами первичности духовных ценностей и первичности материальных ценностей. Да, все время в противоречиях и все время в крайностях. Все время, да. Здесь написано, как мозговой штурм сделать, и здесь написано, какие приемы надо использовать для того, чтобы Россия как раз-таки, кроме России, никакая другая страна не находится так в ментально-культурном пространстве между Востоком и Западом. Географически есть там Евразия, но это не то. Я имею в виду, именно в России много семей, которые многонациональные, которые одинаково и инстинктивно понимают западное и восточное мировоззрение. И как раз Россия, и Бердяев говорил, и Чаадаев говорил, космизм вот этот, и Циолковский говорил. Христианство. Христианство, конечно. Вот как раз когда Россия поймет, что это надо осуществить, а тут есть, как это сделать практически. Ну, давайте сделаем, поможем Родине. Давайте, с удовольствием. Да, у Бердяев как раз очень много пишет о противоречии и о балансе. И вот, собственно говоря, я вот то, что я от вас сегодня услышала, вы как раз помогаете людям не уходить в крайности, вот под действие какой-то одной доминанты, да, а именно вот это гармоничное состояние баланса между разными доминантами поддерживать. Давайте мы с вами еще одну встречу совершим, где я расскажу о технологии ключа. Давайте. На чем это построено, потому что я это создал в свое время в Центре подготовки космонавтов для моделирования состояния невесомости в земных условиях, преодоления стресса и перегрузки. А сегодня как раз-таки все в перегрузке. Это может быть ментальная перегрузка, это может быть вот эта неопределенность, которая нас истощает, потому что нет образа будущего, и человек как, человек в этом состоянии, как солдат на фронте, готовый ко всему.
постоянном напряжении, и он сам не замечает, что это большой расход энергии. Кроме того, возникает психосоматика за счет этого образа будущего негативного, что может ковидом заболеть. И он начинает... цифровой концлагерь попасть. Да, цифровой концлагерь попасть. Вот эти вот негативные образы будущего поменяем на нормальный здоровый образ будущего. И мы с вами можем создать великое дело. Потому что сегодня нету во всем мире этого образа будущего. И сегодня нету во всем мире лучшей технологии, чем ключ. Потому что все существующие методы, и йога, и медитация, и так далее, они построены на основе степ-бай-степ. А это построено на основе «подбери себе то, что тебе больше подходит». Это новая парадигма и образование. Вот старая парадигма образования, повторяя, пока не получится, повторение мать учения. Надо соединить с новой парадигмой, принципом подбора путем перебора по критерию максимального соответствия. Это индивидуальный подход. Вот массовый подход, индивидуальный, нужно соединить новые парадигмы, это будет новая концепция образования. То есть мы с вами можем родить очень много интересных вещей. Это прямо вспышки сверхновой. Да, и, кстати сказать, тогда функция учителя получается немножко, то есть не немножко, а кардинально меняется. Получается то, что лучшие учителя делали по своей природе. Да. И Макаренко, и Шатал, они же делали. У меня друг был как раз-таки, который поменял первый раз в жизни... уроки стал делать не 45 минут, а 20. Щетинин Миша. Жалко, его сейчас нету. Но его школа очень известная. Это был мой товарищ с подросткового возраста. Так я вам хочу сказать, лучшие учителя, талантливые, они так и делали. Ну, когда вот один учитель такой, самородок, пишет свои опусы и так далее, когда кто-то пытается ему подражать и тоже так делать, все это формализуется. Угу. Как и в религии, вот эти все лучшие представители человечества, и Будда, и Мухаммед, и Христос, и Моисей, они же говорили о простых вещах, о человеческих качествах, общечеловеческие ценности, сопереживание, любовь, чувство страдания, чувство бесценности живого, способность сотрудничать. Просто разные грани этого человеческого качества вышли в разные религии. Так они же это давно сказали, но до сих пор не реализовано, потому что трансляция идет по принципу наихудшего ученика, это массовая школа. И поэтому сама суть идеи вылущивается, что надо быть человеком, она вылущивается, и создается адепт религии, который ритуал совершает. Порой ритуал совершает, например, намаз делает пятикратный, молится, или крест на теле носит, а потом жестоко убивает другого человека. Ну, то есть сам смысл вылучивается. То же самое и во всех вещах, и в педагогике. Хороший педагог по таланту своему именно индивидуально подходил к ребенку. Да. Ну, возродим это как культуру, но тогда не было... технологии, чтобы педагог мог вот это преподнести и другим педагогам. Вот, например, сейчас про медитацию. Мама легко входит в медитацию, и у нее там нирвана. Нирвана. Дочка подходит и говорит: «Мама, научи меня». Она говорит: ну как вот так вот? Ну ты расслабься». Она говорит: «Я же не могу расслабиться». У нее страх. Нет языка. Ключ – это язык, обучения человека свободе внутренней. Угу. Хорошо.
Хорошо, давайте с удовольствием поговорим на эту тему поподробнее. Давайте мы с вами еще раз запишем. Спасибо вам огромное. Я очень рада нашему личному знакомству. И я надеюсь на дальнейшее благотворное сотрудничество. Спасибо вам и спасибо Наташеньке, которая нас познакомила. Да, да, и все не случайно. То есть мы знакомы благодаря нашим общим подписчикам. Да. Хорошо, спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго, до свидания.